заканчивать. Так, начнем сегодня разговор про КАМАЗ-6522, про вездеходы. Если вездеходы как шасик и как тягачи всегда у нас заказывали, всегда, очень много заказов, то вот как совки начали только в этом году. Получается, мы сейчас сделаем... Так, 3 мы отгрузили, еще мы делаем 6. Это 6522, но на односкатке. Черные, я думаю, вы про них помните. А вот здесь у нас все-таки двухскатка, стандартная двухскатка. Мосты. Мосты кому как. Ну, опять же, у нас есть 3 варианта. Это мосты КАМАЗ, это мосты Мадар и мосты Мерседес. В данном случае это Мерседес. Да, без палки, на подушках. Кстати, тоже вот не проговорил, давайте покажу. В данном случае у нас есть и подушка, и пружины. Даже в 17 годах мы их ставим. Вот у нас подушка, а вот у нас пружина. Так что кому как нравится. Подушка, понятное дело, она комфорта чуть больше, но пружина по факту явно практичнее и экономичнее. Кузов мы можем тоже увеличить. Все остальное, в принципе, стандартно. Все как мы любим. Все как мы любим. Так что, друзья, звоните, пишите. Под заказ много тоже такие совки делаем. Но больше все-таки тягачи. Тягачи — это уж такая прям издревле. Опять же, начали сейчас ставить и движки другие. И Каминзы, и Эмза. Спасибо, друзья. С вами был Алексей Жумадилов. На связи.